Привет, друзья! Два масштабных обновления достойно завершили прошлый год. А первые дни весны приносят в игру очередную порцию свежей техники, графических улучшений, механик и технологий. Изменяемая геометрия крыла, индикация на лобовом стекле, новые звуки и расширенная сфера применения ядерной бомбы, так полюбившейся игрокам. Обо всем этом и многом другом в ближайшие несколько минут. Обновление «Удар копья» мы решили назвать в честь ветки южноафриканской техники, которая разместилась в технологическом дереве Великобритании. Встречайте новинки! Венчает линейку топовый ОБТ «Олифант Марк 2» — глубокая модификация знаменитого «Центуриона». Машина щеголяет тысячесильным двигателем, дополнительной броней корпуса и башни, а также тепловизионным оборудованием. Что еще нужно топовому ОБТ? Конечно, поддержка быстрых колесных бронемашин. С этой задачей прекрасно справится Руикат МТТД. Это уже привычный нам 120 км в час по ровной дороге, а также заметно переделанный боевой модуль. Наводчик и командир теперь располагаются ниже казенной части орудия, а роль заряжающего полностью взяла на себя автоматика. Дополняет серию южноафриканских новинок семейство колесных БМП «Rattle». На выбор три машины, оснащенные 90-миллиметровым орудием, 20-миллиметровой автопушкой и противотанковой ракетой «Милан», а также боевым модулем с пулеметом и установкой для трех ПТУРов ЗТ-3. Пройдемся и по другим знаковым новинкам. Что дает машине крыло изменяемой стреловидности? Конечно, идеальную управляемость на любых скоростях. И первый такой самолет в игре — это советский реактивный истребитель-бомбардировщик Су-17М2. В прямом положении крыла он обладает неплохими для сверхзвуковых самолетов взлетно-посадочными характеристиками, а в стреловидном быстрее выходит на характерные для них скорости. Из подвесного вооружения особого внимания заслуживают новые ракеты класса «Воздух-поверхность» с лазерным наведением. А вот, например, французский «Мираж 3» модификации «Е». Многоцелевой истребитель-бомбардировщик, достаточно маневренный для завоевания господства в воздухе и вместе с тем несущий на себе увесистый арсенал вооружения против наземных целей. Немецкую ветку пополняет новый топовый линкор «СМС Кайзер», броня бортов которого достигает 350 мм. Главный калибр представлен 10 305-миллиметровыми орудиями, а 5 подводных торпедных аппаратов намекают на возможность скрытных атак. Также достойны внимания американский истребитель Воут F-8 Crusader и тоже американский, но разместившийся в ветке Китая, F-5A Freedom Fighter. Есть и другие любопытные новинки для ваших ангаров. Изучайте, пробуйте, делитесь впечатлениями, а мы переходим к технологиям и игровым механикам. Пилоты некоторых самолетов получают ИЛС — технологию индикации на лобовом стекле. Она снабжает пилота навигационно-пилотажной и специальной информацией,
позволяя ни на секунду не отвлекаться на показания приборов во время боя. Расширилось и вооружение. В арсенале самолетов появляется тактическая ракета «Воздух-поверхность» с телевизионной, а также лазерной, полуактивной головкой самонаведения. Также мы продолжаем совершенствовать графику. С обновлением в игру приходят новые, более детализированные эффекты попаданий в танки и поверхности, благодаря которым наземные бои становятся еще зрелищнее. В меню выбора снарядов игрокам стали доступны наглядные анимации, демонстрирующие принцип действия каждого боеприпаса и характер его взаимодействия с броней под разными углами. Конечно, это далеко не все, что привносит в игру первое крупное обновление этого года. Добавились новые звуки авиационного оружия. Ядерная бомба стала доступна в танковых реалистичных боях. Для кораблей появились декораторы, а модель повреждений линкоров была основательно переработана, что сделало морские баталии заметно интереснее. Полный список изменений вы, как всегда, найдете на нашем официальном сайте. Подписывайтесь на канал, не скупитесь на комментарии, ставьте лайки и оставайтесь с нами. До скорого!